Тайна картины «Иван Грозный убивает своего сына». Иван Грозный убил не только своего сына. Это широко известный факт, но знаете ли вы, что из картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына» тоже не все гладко. Для картины Репина позировали двое – художник Мясоедов и литератор Гаршин. Первый в порыве гнева чуть не убил собственного сына, а второй сошел с ума и покончил с собой. Но на этом странности не кончились. Когда картину выставили в Третьяковке, люди возле нее стали чувствовать себя очень странно. Они впадали в ступор, рыдали, истерили. А потом молодой иконописец Абрам Балашов буквально изрезал картину пополам. Картину восстановили, а вот Балашова поместили в психушку, где он и умер.